Ну вот спрашивают, вредны ли для здоровья там разные технические препараты и так далее, тогда механизмы, там, импульсы и так далее, излучение, такой-то частоты и так далее. Но вы знаете, в чем проблема? Что, к сожалению, приборы создаются людьми, это то же самое, как то же самое притча о трех китах, трех слепых. Что такое слон? Вот каждый утыкается во что-то, берет за бивень, там, за ногу, за хвост, и каждый делает выводы о том, что такое слон. И, получив свои представления, начинает решать, что нужно сделать для слона, чтобы было хорошо. Вот пример того, что люди, допустим, уловив, что, допустим, поймав, что, допустим, клетки работают на определенной частоте, и они считают, что мозг, информация передается на этой частоте. Да бред, сыва кобыла, извините за выражение. Потому что то, что зарегистрировали, не значит, что есть то, что они хотят, чтобы было. И когда непонимающие то, что происходит, начинают делать прибор, то есть физики, которые делают приборы, ни бельмеса не понимают медицины, да и медики не очень понимают, но медики хоть знают физиологию, анатомию общего, то физики ничего не понимают. Они чисто подходят с физической точки зрения. Это, как я говорю, как физик-теоретик, потому что приходилось видеть не один раз. Как мышление, чисто физическое мышление. Потому что нет, чтобы расширить свой кругозор, нет, чтобы освоить, изучить сначала биологию, анатомофизиологию, клеточные процессы, химию соответствующую. Это никто не делает, как ни странно. Все сразу считают, что если они уже получили образование, то это достаточно, им уже больше ничего не нужно, они, может, знают все и вся, хотя они изучают только физику, к примеру. И начинают создавать приборы, потому что видя, что вот, допустим, магнитный прибор, начинает, знаете, создают очень часто магниты и так далее. Но ведь магнитное поле отрицательно. Ведь магнитное поле, да, оно оказывает защиту от космического жесткого излучения и заряженных частиц от Солнца, идущих в том числе. Но в том числе оно у нас делается отрицательно. Почему? Потому что у нас тоже в клетках идут ионные процессы, и влияние планетарного магнитного поля также отрицательно сказывается на наших ионах. Они влияют, замедляют движение. То есть процесс замедляется, и поэтому и старение идет быстрее, и нарушения возникают чаще, чем должны быть, и так далее. Но это неизбежное зло. То есть планета существует, как она существует. Но когда считают, что вот мы нацепим и сделаем все хорошо, ведь представьте, когда нацепляется магнит, значит, циркуляция крови резко нарушается, потому что ионные потоки, идущие между клетками, внутрь клеток и из клеток, нарушаются. Ну и многие такие вещи, которые можно продать. Просто нужно быть очень осторожным, потому что, к сожалению, многие приборы, которые создаются, они создаются людьми, которые не понимают в том, что они создают, для чего создают. Просто они ориентируются на именно, типа, вот у слона хвост есть, вот такой упругий, мягкий, вот мы и делаем для этого хвоста. Поэтому возникает проблема. Потому что можно создать приборы совершенно другого типа, но они устроены совершенно по другому принципу. И так далее, и так далее. Следующий вопрос.